Йоу, чуваки, всем салют, своим ухо. Снова та же квартира, да, вы спросите, ребят, ну уже новый день, на часах у нас что получается, ребят? 20 декабря, 8:53 по времени, я уже опаздываю на друзья, завтра у меня днюха вообще-то, да? На улице у нас какой запах сегодня, какой? Ребят, запах хорошего контента. Хорошую подводочку сделал, Саня, ой, хорошую подводочку сделал. Друзья, сегодняшний видос будет в корне просто отличаться от тех других видосов, потому что по названию видео вы уже, в принципе, поняли, что будет что-то нереально интересное. Ведь, ребят, кто не знал, да я вообще тиктокер, как бы. Я начинал с тиктока, ребят, у меня, как бы, так сказал, начинал, как будто я его сейчас не продолжал. Ребят, у меня 1 300 000 в тиктоке прямо сейчас, я его постоянно веду каждый день, друзья. И многие подписчики мне говорили, что, мол, мух, вообще, сделай 24 часа с твоим подписчиком. Выбери одного подписчика в конкретном городе и проведи с ним 24 часа, пообщайся, сделай какие-то интересные движухи, чтобы нам было интересно смотреть, друзья. Я сегодня одному из моих подписчиков просто выпал, ну такой джекпот просто в казино, ребят. Сегодня он мало того, что проведет со мной просто как бы 24 часа, я покажу ему все, и мы с ним будем общаться постоянно на разные темы, гулять и так далее, друзья. Сегодня я отдам свой тикток на 24 часа одному из моих подписчиков, друзья. Ребята, просто понимаете, что у этого подписчика сегодня будет доступ к моему аккаунту на 24 часа, и он может стать абсолютной звездой, то есть он может взорвать вообще активом больше, чем еще я, может стать популярнее меня, его может полюбить аудитория, может завоевать свое сердце подписчиков, свои харизмы, ребят, ваше сердце. Поэтому, ребят, если честно, я не знаю, что там за парень, что там за харизма, если честно. Это будет очень интересный день с подписчиком. Мы, кстати, выезжаем к нему, уже опаздываем, там часики тикают, тайминг у нас тикает, поэтому, ребят, начинаем ролик прямо сейчас. Let's go. А, нет, подождите, не начинаем. Нужно какой-то красивый переходик предлагаю, потому что так просто закрывать камеру уже задолбался. Предлагаю, блядь, красивенько подкинуть и словить потом за 3 города. Поехали. Оп, чуваки, но перед тем, как мы переместимся в центр города, хотел сказать о том, напомнить, точнее, о том, что как бы компания Prematch является официальным партнером моего YouTube-канала. И вообще, знаете, эта компания, это просто вдумайтесь, первый и единственный легальный букмекер Украины. Именно она, ребят, первая и единственная получила лицензию от государства. Друзья, она предоставляет для каждого из вас крутой бонус по ссылке в первом закрепленном комментарии или по ссылке в описании, ребят. Бонус в 2500 на первый депозит для новых пользователей. Чуваки, чтобы его получить, нужно выполнить всего лишь, как я всегда говорю, 3 действия, ребят, 3 простых, вам не займет это много времени, чуваки, а это нереально сильно поддержит мой канал. Смотрите, первое действие — это переход по ссылке в закрепленном комментарии. Второе — это регистрация. Это регистрация нового аккаунта, чуваки, обязательно, старый аккаунт не подходит, всегда об этом говорю. И третье — это закинуть на свой игровой счет, знаете, игровой счет, минимум 100 гривен. 3 действия, вот важнейших, ребят, и бонус в 2500 у вас уже будет на депозит. А мы перемещаемся в центр города, поехали. Оп, ребяточки, ну что, мы уже в центре города находимся, мне очень сильно интересно, какой же будет этот парень. А вон он стоит, я его вижу, ребят, такой, конечно, лужа. Ребят, какой же будет этот парень? Скромный, либо же раскрепощенный, который разнесет абсолютно все на своем пути, ребят. Очень интересно, он Боди уже ждет, его зовут Бода, чуваки. Вчера в своем инстаграме я выбирал победителя, который будет со мной сегодня 24 часа. А вот он, ребят, вот он, звезда сегодняшнего дня. Серега. Чувак, ну что, как дела? Сегодня отлично. Выспался? Да, выспался. Сегодня выспался, да, готов? Да. Бро, у тебя сегодня такой шанс. Шанс будет хороший очень. Поверь мне, чувак, расскажи пару слов вообще аудитории, о себе, сколько лет, как меня зовут? Богдан, мне 18 лет, играю в Подоле Хмельницкий. Занимаюсь футболом уже с 5 лет. В Харькове живешь? Да, живу в Харькове. В Харькове один живешь? Да? В Хмельницком играешь, то есть ты туда ездишь, да, получается? Ну, в Хмельницкий, Украину играю, получается. А, сейчас ты сам с Харькова, просто сейчас у нас закончит, ты, да, здесь, да? Да. Чувак, ну смотри, я хочу сказать, что, знаешь, ну это будет необычный 24 часа, но я, ребята, я не мог просто сделать так, что ты со мной ходишь, смотришь, как я живу и так далее. Это неинтересно, да? Я сегодня, чувак, вот так вот беру сейчас, достаю левой рукой свой правый карман, я даю тебе сегодня свой телефон, и сегодня, вау, на 24 часа ты владелец моего TikTok-аккаунта. Правда? Чувак, ты сегодня можешь стать нереально популярным. Твое лицо будет светить сегодня везде. Какая же вообще цель? Если бы я тебе просто отдал его, понимаешь, ну было бы неинтересно, если я просто Боди отдал аккаунт, и типа, ну он не пользуется, там смеется, ходит. Бро, ну это не то, согласись, это неинтересно. Согласен. Интересно что? У тебя сегодня есть на съемку, сейчас, допустим, вот я тебе отдал телефон, чувак, время, ребят, время, да? Смотрим время. 10:34 я ему отдал телефон, бро. Съемка заканчивается в 22:34. То есть у тебя есть на съемку 12 часов. За эти 12 часов ты должен снять как можно больше роликов. И самое главное, что, бро, если сегодня набираешь 1 000 000 просмотров, суммарно с этих роликов, понимаешь, да? Суммарно 1 000 000 просмотров, я понял, да, то я тебя веду в любой магазин в Никольском, абсолютно любой, и делаем тебе закупку вещей на 5 000 гривен. Правда. Абсолютно, бро. 1 000 000 просмотров, чувак. Набираешься всех роликов. Сегодня. Но смотри, очень важно. На съемку, я повторюсь, ребят, 12 часов до 22
35 на съемку 12 часов. Но, бро, просмотры будут крутиться 24 часа, потому что это я отдаю, сегодня видос называется, я отдаю подписчику свой TikTok на 24 часа. И станет ли он звездой или нет, просто... что он будет с ним делать? Бро, ну и возможно, но я понимаю, что ты футбик, ты там в TikTok не разбираешься сильно, да? И у тебя возник вопрос, я уверен, что типа, муха, а что мне снимать? Типа, ну знаешь, такое, да, немножко сейчас в голове такое, непонятно. Чуть, да, как чувак, ну а сегодня у тебя будут помощники, понял? Знаешь, какие помощники? Кто? Очень хорошие пацаны. Доча! Залетаем! Let's go! Ребят, футбол-тиктокеры, все их знают. Ребят, ну их не нужно представить, понимаете? Это парни, которые, ну, разносят со мной вместе футбольный тикток Украины, пьедестал футбольный. Скрещивание, вас, скрещивание камер, скрещивание. Скрещивание камер, бро. Парни, Бодя, привет. Сегодня ваш, так сказать, здорово, подопечный. Здорово. Бодя, поверь мне, у тебя сегодня мотивация тоже есть, ты сам понимаешь, какая тут, а мотивации говорить, в принципе, не нужно. Но также у парней сегодня мотивация тоже очень хорошая, поверь мне, очень хорошая. Они не просто так здесь, чувак, они не просто так здесь. Так, пацаны, зачем я вас здесь собрал, собственно говоря, сегодня? Парни, завтра видос, просто разрыв, залетает 100%. Я отдаю свой ТикТок подписчику на 24 часа. Ёчи, короче, пацаны, ну это разрыв, но вы нужны мне. Вы нужны мне, потому что он будет по-любому там тупить, не знать, что делать и так далее. Короче, парни, завтра по правилам. И, ну, я вижу уже у вас мотивация, ну, типа, ну, мух, понимаешь, просто так тебе помочь, ну, блин, ну, такое, типа, нужно что-то нам дать. А он прав. Парни, ну, смотрите, у подписчика, если он завтра набирает, суть видоса вообще, он набирает миллион просмотров. За сутки, 24 часа на кружке ТикТоке, миллион просто суммарно со всех роликов, за всех роликов, 20 можно роликов, да. 23 роликов, неважно, он получает сертификат на 5000 гривен в покупку вещей в любом магазине, ТРЦ Никольск, в любом абсолютно, не пацаны, плохо. У вас тоже есть мотивация, потому что если он, вы ему помогаете, весь день ходите, ему помогаете с монтажом, идеями и так далее, и если, пацаны, если он набирает миллион, каждому из вас по соточке баксов. Соточка. 100 баксов, пацаны, а где радость, где радость, я не вижу. Ну это сильно. Пацаны, ну вы нужны, вы заряжены, завтра готовы? Да, минимум. Ради соточки, я думаю, можем, да, постараться? Пацаны, ну по правилам. Бро, давай по правилам пройдем, смотри. Так, ты сегодня, самое главное правило вообще, сегодня. Ты сегодня должен быть в центре всех тиктоков, то есть понял? Акцент видоса только на тебя. Пацаны, тебе могут помогать, понял? Мы, накидывать идеи, как защитники, да, знаешь, ведем тикток. Да, да, конечно. Вообще, конечно, мой канал смотришь или смотрю, нет? Смотрю, конечно. Короче, чувак, смотри. Ты вообще, ты полностью фигура, главная видоса. Ты абсолютно главная фигура видоса, не пацаны, ни в коем случае, ты должен быть, типа там, 70% твоего лица должно быть видос. Пацаны просто помогают, накидывают тебе идеи, там, съемки, там, участвуют и так далее. Дальше, бро, идем. У тебя есть? У тебя есть мой телефон, во-первых, до сих пор его в руке держит. Бро, у тебя есть один телефонный звонок Сане Ковалю, знаешь такого? Да, Саня, конечно, Коваль. Конечно, знаю. И один телефонный звонок Диме Глубокому. Это тоже футбольный тиктокер, они тебе могут помочь. То есть ты можешь им позвонить, ты им звонишь, спрашиваешь, пацаны, блин, муха дал тикток, миллион просмотров нужно набрать, там, получу 5000 гривен за закупку вещей. Помогите. То есть один телефонный звонок. Ты понимаешь, они могут сбросить до третьей секунды разговора, и все, телефонный звонок, все, уже пропадает. Блин, ну мне жалко тебя, брат. Коваль сейчас спит, там у него сонный сайт. Ну, Ковалю под вечерок позвоним. Короче, брат, и ну... Правило еще очень важно, то, что ты можешь спросить одну подсказку у меня на протяжении всего этого времени, одну подсказку у меня, ребят. Вот просто спроси, типа, мух, это лучше или это, или мух, как тебе эта идея? То есть одна подсказка на протяжении 12 часов. Пацаны тебе придумают идеи, но в основном ты должен придумать идеи, правда, сам понимаешь. Так, все, я тебе все объяснил, чувак. Смотри, 12 часов уже начались прямо сейчас. И я предлагаю стратегия. Ребят, у каждого есть стратегия. У Вани, потому что у них мотивация. Посмотрите, это горят. Я же говорю, вы все это только что слышали, мотивацию, чуваки. Так, пацаны, я не знаю, что вы там. Вань, я не знаю, что вы там придумали на самом-то деле, друзья мои, я не знаю. Очень интересно, очень это все интересно, и, блин, пацаны, я готов услышать, куда мы сейчас едем от вас. Бодя, куда мы сейчас едем? Мы едем на футбольное поле. Поэтому, ребят, мы сейчас вызываем такси. Можно прямо сейчас спуститься в комментарии и написать, получится ли у Боди. Пацаны, тоже футбик, 18 лет, U19. Я выбирал не зря, ребят, вот так вот, просто 18-летнего пацана. Пацаны, поддержите меня, давайте. Парни, в комментариях написать, самое главное, получится ли у Боди собрать, ребят, миллион просмотров за один день. На самом деле, эта задача, я бы не сказал, что это легко, Вань. Я бы не сказал, что это легко. Это не легко, брат. Досов 10-15 даже нужно, возможно, даже больше. Поэтому сегодня плодотворно работа, чуваки, время не теряем. Вызываем такси прямо сейчас. В такси еще немножко познакомимся, да, с Бодичкой, познакомимся поближе в такси. И, ребят, в комментариях написать, сможет ли он. А ты как думаешь? Конечно, смогу. Я настроен на все 100 просто.
Let's go! 24 часа начинаются с подписчиком. Поехали! Полетели! Бодь, бро, расскажи, блин, вообще, как твоя карьера двигается? Во сколько начал играть в футбол и все остальное? Блин, интересно всем, что ты познакомился. Ну, я начал заниматься футболом с 5 лет. Первая команда была Дю-4, конечно. Ну, такое, знаете. Дю-4 какой город? Харьков. Харьков. Начал все с Харькова начинать. После Дю-4 играл там много в Дюшках, а потом в 14 лет перешел в училище физической культуры у нас есть. Подожди, училище, да, Харьковское училище. Так, а мы, я Дуча, СУФК, тут вообще-то связка вообще вот такая вот просто. Вот такая вот просто связочка, бро, и как там тебе? Ну, в КА я всего пробыл год, ну, на следующий год, к сожалению, произошла такая ситуация, что я не входил в планы тренера. Это жизнь, это в планы тренера, я тоже не входил в футбольный клуб Александрии. После этого мне дали шанс уехать в премьер-ниву, в Винницу. В 15 лет я уехал сам в Винницу жить, на 2 года. Блин, ну, ребят, Бодя футбик, ребят, сегодня, вот понимаете, вайб максимально футбольный, понимаешь? Сейчас еще Ванечка подрубит музыку, которую он очень любит, понимаете? Вайб футбольный, ребят. Бодя, а у тебя был какой-то опыт в съемках? Пробовал снимать? Опыт съемка, да, очень важный вопрос, чувак. Пробовал ли ты снимать ТикТок вообще? Как ты вообще относишься к Ютубу и так далее? Играл ли ты на камеру уже, эмоции живые, там, не стесняешься ли ты этого? Там сторис записывал разговорные? Ну, вообще, да, бывало. Бывало, конечно, бывало. О, пачек, блогер на месте, блогер на месте у нас. Ну, бро, расскажи про это, про ТикТоки. Про ТикТоки? Ну, у меня были чисто, знаете, там, когда давали там футболочки такие с подоли, да, там снимали ТикТоки такие, знаете, типа, ну, трансфер, такая бомба. Бывало, что там играли с Карпатами тоже, штрафной там бил, запустил туда на небеса его, понимаете, такое, на 84 тысячи залетел. Ваня, на сколько залетел? На 84 тысячи. А он тиктокер, ребяточка, он сегодня будет разрывать мой тикток. Так что уже сотка есть, пацаны. Чувак, возможно, если у тебя сидят какие-то в такси, возможно, уже можешь здесь что-то записать, или идей нет? В такси нет, я думаю, в такси нет. Липсинку будем. Чувак, кстати, у меня вообще в Подоле смотрят или нет? Мой канал там, мой тикток. Ну, я думаю, да, пацаны с первой команды, может быть, и смотрят ваши. С первой команды, да? Да. А это очень хорошо, это очень хорошо. Дуча пошел, Дуча пошел! Ну, ёп. Так, ребят, у нас тут снега, блин. Куда мы приехали, пацаны? Будь, как тебе поле, будь? Как тебе сегодня тиктоки будут записывать? Отлично. Хорошо, да? Пошла съемка, чуваки, пошла съемка. Понял, брат? Да, давай, полетели. Давай. Не смотри, камни. Заходит. Что он делает? Камеру смотрит. Он типа такой, бап! Напоследок, оп, глаз кинул. Нормально, ой. Пошла движуха, чуваки. Первое видео с АМР есть, погнали второе. Ну, мы договаривались закрутки, да, снимаем? Да. Это самое Можно рабочее. Можно пенальти на жопу еще сорвать? Да. Я тут еще один видосик придумал ему. Какой? Говори, давай. Давай снимаем закрутки, а потом... Ну, поехали. Давай, все. Ну, давай, ты уже 5000 на... Ну, ничего страшного, он все равно не попал, ебать. Вот чудак. О, он меняет позицию. Сейчас точно так. Пухнул, ты пухнул? Где ты, дурак? Ребята, а у парней ступор, у Дучи ступор, посмотрите на лицо Дучи, у него ступор. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Говорит, что можно придумать, говорит, Дуча, блядь, ты же генератор, ебать. Ваня говорит, у меня есть идея одна, вторая, бро, у тебя какие идеи, есть какие-то? Ну... Понял, спасибо за ответ, давай, блядь. Все, спасибо, я погнал, давай. Че, пацаны? Ролики отсняты, всего мы сняли сколько, Бодь? Что, около 6-7 роликов. 6-7 роликов, ребят, сейчас отправляемся ко мне домой, Бодь у меня будет дома, подписчик у меня дома будет, камон, ребята, мы монтируем видосы, учим Бодю и покушаем вкусненько, пообщаемся еще, поэтому, ребят, время на часах, Ваня. Ваня, время на часах. Время. У нас время 12:33. Ребят, время 12:33, и мы отправимся домой. Let's. А, нет, подожди, я же обычный переход не делаю. Я обычный переход не делаю. Я всегда делаю типа такие, понял, типа. Оп, ребяточки, мы уже в квартире. Бодя, залетаем, Бодя! Ну как? Солидность присутствует, бро? Красота? Разбываемся, это первое, слышишь, блин, обутым какой захотел. Бро, ну можешь что-то пройтись, пожалуйста? Пахнет солидностью, знаешь, сразу видно. Чем пахнет? Солидностью такой. Хорошо, шкаф. Бро, ну гардеробчик чуть есть. Гардеробчик присутствует, да, у тебя?
половина вещей там лежат, там, блядь, это там, понял? Жил бы здесь, брат? Конечно. Ну, а сколько стоит в месяц? Кстати, не говорил, сколько стоит. Одна квартира. Десятка. Блядь, с первого раза угадал, человек, блядь, жму руку. Пацаны, сейчас будем монтировать видос. Если ты еще не влепил палец вверх, сейчас Бодя будет учиться это все делать. Бро, вообще когда-то пользовался какими-то монтажными программами, в принципе, даже так. Ни разу не было. Ни разу не было такого, ребят, поэтому сейчас, ну, не то, что интересно, это мяс. Ребят, мы выставили видос, первый Боля с почином, Боля! Первый видос, ребяточки, сейчас так будет лететь, ой-ой-ой. Сы! Muchas gracias, afición, este para vosotros. Сы! Ну что, чуваки, второй видос закончен. Ванечка, озвучивай. 5000 лайков, первый видос. За 17 минут. 17 минут, пацаны. Второй видос, который придумал Бодя, это Бодина идея, поэтому мы сейчас его выставляем. Пацаны, ПОВ. ПОВ называется «Не бей пенальти, если ты его заработаешь». Честно, Бодя просто огромный молодец, он очень классно монтирует видосы, реально, он сразу же, знаете, вот как губка начал впитывать, то, что ему говорит Ваня, то, что ему говорит Дуча, и реально классно получается, я смотрю, то есть, ну, блин, пацаны там набирают просмотры, реально, просмотры в ТикТоке реально летят абсолютно незнакомого человека на моем аккаунте, я просто в шоке, и сейчас он делает рентру моей квартиры, и это тоже залетит 100%, пацаны, меня не слышат. И мы сейчас едем в торговый центр, там всякие передачи, ребят, короче, скорее всего, он реально победит и реально наберет 1 миллион просмотров, даже больше, я уверен. Если он будет так же стараться, ребят, вообще не отдыхает. И я ему говорю, сядь покушать, говорит, я не хочу, я буду снимать, потому что ты меня отвлекаешь, типа, я хочу набрать 1 миллион просмотров, короче, очень интересно. Оф, кайф, на самом деле, очень классно, ребят, очень классно. Ребят, и мне говорит Бодя очень умную фразу прямо сейчас. Время сколько? 4.51, и он уже снял сколько видосов там? 9? 8, ёб твою мать. Ребят, он мне говорит, что, Мух, я еще как бы не воспользовался звонком Сани Ковалю и Диме Глубокому. Поэтому прямо сейчас. Алло, алло. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? Саня, что делать? Let's go. Мистер Коваль, у меня подписан мистер Коваль, ребят. Поехали. Представляешься, что, бро, вот такой вот я, меня зовут, Муха сказал, если набираю миллион, то помоги мне, пожалуйста, что снять. Быстро, нужно скажи быстро, время до пол одиннадцатого. Я метро, блин, ну все. Блин, мне жалко тебя, брат. Коваль просто скинул трубку, блин, в каком-то давай. Метро не мог ответить. Смотри, давай так, если он сейчас там первый перезвонит. Хорошо. Если он первый сейчас перезвонит, то мы согласимся, потому что, ребят, я говорил, что только один звонок, и Саня сейчас сбросил. Дима Глубокий, второй вариант, поехали. Поехали. Дмитрий Глубокий, поехали. Здесь опять брак не будет, вообще просто ужас. Алло, Дим, привет, это Бодя. Я сейчас снимаюсь у Мухи на канале. Мне надо набрать 1 миллион просмотров в ТикТоке. Можешь мне подкинуть парочку идей? Сколько надо, ля? Да, надо лям просмотров набрать. В сумме миллион. За день? За сутки? Да, вот, у меня время есть до 10:30. Можешь каких-то идей подкинуть мне немного? Тебе дома надо? Мне надо в торговом центре какие-то идейки там подкинь. Передачи под какой-то трендовый звук. А кто с тобой будет? Аня, там, Дуча будет? Дуча будет со мной. Да, какой-то выбор футболистов. Выбор футболистов? Да. Ну, я понял, да, я понял, понял. Блядь, ему хинам, оно по-любому, блядь, наберёт. Все, хватит на сегодня. Давай, все, давай, до свидания. Давай. Все. Так, Вань, уже так много подсказал, ребяточки, так много подсказал Дима Глубокий. Брат, я сейчас обанкручусь нормально, я 1 миллион просмотров уже на подходе. Сейчас мы куда едем? В центр. В торговый центр. В торговый центр. Не снимаем там. Да. Ребят, ну предлагаю красивый переходик сделать в Бодю, как обычно, знаете, вот в Париж, Сан-Жермен, вот так вот. Воу, ребяточки, Никольский, на связи. Парни, ну что, какая стратегия? Время. Ребят, 6:20, там ему уже кенты пишут. У меня голос уже вообще полностью, ребят, не обессудьте. Уже ему кенты пишут, что, ебать, там уже 700 тысяч просмотров, что-то такое, в общем, страшные цифры. Поэтому уже шансы очень большие, и нужно добить этот миллиончик. Поэтому, Погнали. Парни, стратегия, рассказывай. Короче, ребят, стратегия такова. Все-таки у Бодьки мало будет времени на монтаж, потому что он еще не совсем опытный парень. Ага. Поэтому мы хотим сделать максимально точечные видосы, чтобы они залетели на 100 тысяч плюс. Для этого что мы берем? Снимаем сначала видео со мной, какой самый дорогой футболист. Ага. Это первое видео, запомните. Да. Второе видео. Мы сейчас ищем какую-то для Бодьки красивую девочку. Пошла романтика, ребяточки, я вас прошу. Да-да-да.
Бодя сейчас снимает с какой-нибудь красивой девочкой, это будет второе видео. Mm-hmm. И третье видео, пацаны, по классике, то, что снимал и я, то, что снимал и Муха. Это не дай бог передачи. Это передача, дорогого. Пацаны, передачи это всегда залетают, ё-моё, всё, минус бабки, минус просто вызов. Короче, чуваки, они выиграют, потому что мы все распланируем, все меня знают, все хорошо. Бодь, ну твое мнение, получится ли миллион, вот уже чуть осталось времени, получится чуть осталось больше, чем миллион, я думаю, 1,2 миллиона точно наберет с видос. Вот так вот, вот так. Не, вот. Напишите ему в комментариях, что Бодя, давай как бы опустимся чуть с небес на землю, да, это во-первых. А, во-вторых, уже в принципе время тикает, и почему мы с ним разговариваем, я не знаю, начинаем съемочку, ребяточки, все, мне кажется, да? Ну, лайк влепи, бро, поехали, поехали. Да, ребята, сейчас он будет ходить к девочкам, искать себе девочку для ТикТока. Let's go, а вот пошла. Девочки, добрый вечер, можно вас на секундочку? Подошел, камон, подошел. И 8 лет. Смотрите, мне надо записать видеоролик на ТикТок. Какой футболист круче? Возможно вас взять на ролик? Мама смотрит, не понимает, что происходит. Это мама смотрит. Не очень смешно, брат. Ну, давайте, на один ролик буквально. Спасибо. Пацаны. Брат, он же записывает все так. Дышь, куда ты свалил хорошо, не, парни, я, помогаешь, я, но он не, фотки я, не скачал. Я, бро, смотри, да. Чтобы походить сначала, нужно скачать фоточки, понял? Чтобы ты уже был готов, понял? Чтобы ты уже был готов. Кого сейчас скачать? Брат, это тот момент. Видишь, бро, нужно сначала готовиться, понял? Сначала качаешь фоточки, потом... Ты мне раньше, ты не сказал об этом, понимаешь? Я ж не снимаю такие, ёмы. Бодечка, надо на импровизацию. Этот треск, парень. Все, давай, поехали, пацаны, давайте пишем, пишем. Парень забрался, поехали. Это со стороны, да, отлично, отлично. Поехали, да. Какой футболист красивее? Криштиану Роналду или... Какой футболист красивее? Роналду или Холланд? Роналду. Так та даже не увидела. Все, давай дальше. Давай дальше. Ты молодец, ты себя переборол, красавчик, умница. Молодец. Ребята, респект за это, лайкос, ребята, это самый смешной ролик, который я когда-либо видел, блядь, в жизни. Так, ребяточки, Вань, ну я чуть не усосался, я чуть не выпал, блядь, вообще. Так это еще маленькие были, если были бы взрослые, блядь, я бы упал бы, блядь, просто, я бы умер, но, брат, прикинь, какой контент, ебать. Короче, друзья, время, Вань. Так, прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. На таймере 19.03. 19.03, ребята, снято уже три ролика. В центре, в торговом центре. И прямо сейчас мы поднимаемся на последний этаж, чтобы кушать и одновременно монтировать. Пацаны будут ему объяснять, как монтировать и так далее. Потому что там ролик на самом деле сложный, ребят. И на самом деле я с каждой минуты нашего такого эксперимента челленджа убеждаюсь в том, что у него, блин, получится. Вот я почему-то так убеждаюсь. У него получится, я уверен, что у него получится. Если он сейчас эти видосы, которые мы сейчас сняли, смонтирует правильно и красиво, как это нужно сделать в ТикТок, то 100% они залетят. Да, чуваки, короче, мы идем монтировать. Ой, интересно, ё-моё. Took me to the top of the world and then we fell off. Really broke my heart again, you took the last of me. Swear to God that you the devil, girl, it's blasphemy. About to call up all my haters, they gon' blasphemy. Don't keep playing with my heart because this shit get dangerous. Ой, ну мы сейчас с тобой весь день, 24 часа со мной. Братан, ты устал? Вот скажи, мы с тобой со скольки? Если честно, то где-то с 10.30 мы с тобой. Да. Ну, если честно, я устал очень сильно. Бро, покушай, ребят, он весь день не ел, просто, бро, от салатик, цезарь, по скайфу. Любишь, кстати, цезарь? Ну, какое твое любимое блюдо? Наверное, макароны по-флотски. Макароны по-флотски, боже мой. Мое тоже одно из любимых, ребят, я нашел своего лучшего друга. Бро, слушай, вот смотри, вот ты сегодня провел со мной день, вот расскажи сейчас свои эмоции, вот легко ли это так снимать, у каждого ли такое получится. И знаешь, как говорят, типа, что там блогеры ничего не делают, или когда у тебя есть аккаунт в доке, там хорошие, допустим, мухи, ты приходишь, у тебя спокойно цифры, налегке ничего не нужно делать. Не, если честно, то любой мог это сделать, типа, главное иметь желание, и все. Вот мне сегодня дали парни урок, и мне помогли мне по монтажу немного, я сам пытался сделать видеоролики, сделал 3 видеоролика сам. Конечно, с какой-то помощью, но кое-как сделал. Чувак, расскажи, в принципе, какая у тебя ситуация с футболом, все ли хорошо? Как ты себя видишь дальше, в чем, в футболе, либо же тебе уже это просто надоело, это футбол, или ты видишь все-таки себя до конца в футболе, с самого детства занимаешься? Ну, если честно, смотри, вот сейчас в футболе вот такая у нас ситуация, что, ну, играют деньги сейчас, типа, вот, я сейчас играю в Подоле, у нас такая ситуация, что вот надо двигаться куда-то дальше. Ты говорил, у тебя какая-то ситуация закрепительная? Когда я играл в Виннице, я поехал на просмотр в Горняк, Кривой Рог, 19. Я был там всего одну тренировку, и мне сказали, что меня берут. После этого я позвонил тренеру, тренер сказал, типа, вот мы талантливых футболистов бесплатно не даем. И попросил у того тренера 30 тысяч за мои документы. 30 тысяч гривен? 30 тысяч. Ребят, ну это жизнь за каждого украинского футболиста. Если вы хотите, чтобы я более детально, ребят, развивал эту ситуацию с открепителями совсем, сделал большое видео по этой теме, почему так происходит, обязательно пишите в комментарии, я буду делать
детектив Муха, называется выпуск. Ну какая у тебя сейчас мечта? Мечта твоя, мечта. Мечта заиграть в футбол. Да, вот честно, заиграть в футбол в хорошем клубе с хорошими людьми будет, понятное дело. Пацаны, ну Бодя настолько кайфовый чел, ребят. Подпишитесь обязательно на инстаграм. Он сейчас вылетает здесь, он в описании, ребят. Обязательно вот после этого ролика, чтобы у него просто взорвался. Он уже в принципе разорвал чуваки. Там я даже не хочу говорить какие-то цифры ТикТоки. Сейчас у нас на часах Вань, сколько на часах? Ребят, голос уже. 20-19 на часах, чуваки. Он уже разорвал после мне ТикТок, там уже просмотры, пацаны, я не хочу даже говорить за это. Я там не знаю еще, на самом деле, там добралось до миллиона или нету, там уже близко. И, ребят, там, ну, это мясо. Блин, Боди, ребят, нереально существенный тип, и я уверен, что у него все получится с футболом, если он захочет этого. Боди, главный вопрос, по сути, подводящий к завтрашнему, так сказать, тестированию, к завтрашней проверке всех просмотров, как ты думаешь? Еще там пацаны монтируют, помогают, мы пока кушаем, пацаны помогают Боди. Набрал ли ты миллион просмотров, чувак? Как ты думаешь? Я думаю, конечно. Вот просто прям думаю, все 1,000,000%. Может завтра? Есть. Да. Завтра мы будем просто разрывать. Там мы сегодня уже разрывали. Что завтра? Мы сегодня уже завтра тоже будет еще лучше. Все, бро, кушай, не отвлекай. Ребят, Бодя, я уверен, все получится в футболе. Ты стрёмный парень. Сегодня старался. Чё? Если ты еще не влепил лайк этому видосу, бро, мы ни в коем случае не заканчиваем выпуск, потому что пацаны еще помогают с монтажом. Телефон садится. На часах уже там, блин, хрен знает тучи, сколько времени. У меня днюха через 3 часа. И вот я вообще не чувствую вот этого настроения днюхи, знаете. Люблю то, что я делаю, и голос севший, потому что даже я немного заболел, все равно для вас снимаю. И, друзья, еще у нас есть 2 часа до того, как прозвенит таймер, то все, нельзя выставлять видео, нельзя монтировать. А возможно, ребят, мы и все видео, в принципе, смонтируем за 2 часа, которые остались, и выставим. И больше не будем снимать, и раньше даже поедем домой. Тут не знаю. Кайф. Кушаем Цезарь. Как тебе Цезарь, да? Вкусно. Просто бомба. Бомба. Все, бро. Кушаем. Let's go. Ребят, видосы просто пачкой за пачкой. Ты сколько уже видосов в общей сумме там примерно, да? По 10. 10 видосов за день. И видосы, ребят, с монтажом. То есть они не просто, знаете, там, оп, сделал, текстик добавил и все. Короче, это просто в шоке. Ваня сейчас уезжает к маме, но он также к нам присоединится, чуваки. Поэтому, ребят, сегодня легендарный день, и еще продолжает все крутиться. Я даже не боюсь представить, сколько будет просмотров к завтрашнему, блин, уже заикаю, к завтрашнему утру к 10 часам. Сейчас мы ждем, ребят, пока Бодя с Дучи домонтируют последний видос на сегодня. Все, они больше снимать не будут, и мы отправляемся домой. Бодя отправляется к себе домой, мы завтра встречаемся, сверяем, точнее, считаем, да, просмотры. И по сути все. По сути все. Поэтому, друзья, ждем финалочку последнего ролика. Я даже плюнул в камеру немножко, извиняюсь. Поэтому, ребят, ждем. Короче, друзья, на часах душ, ребят, 9:30 на циферблате украинском. Бро, сколько мы выложили видосов? Бро, считаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 видосов мы выставили сегодня, брат. За 11 просто часов. Это 12 штук за 11 часов. Причем они были с монтажом видосов сложные. Чувак, еще остался у тебя 1 час по регламенту, по факту. Ты будешь этот час использовать? Или ты уже доволен результатами, ты уже Я уже просто уверен, что наберется больше 1,000,000, так что я думаю, пора заканчивать. Ребят, он уверен в этом, он уверен, и поэтому, ну, честно, ребят, я в шоке, там, блядь, цифры такие, я уже примерно вижу, что у меня, ну, я еще не знаю, честно, я еще не считал в голове, но, ребят, там, да. Бро, ну что, домой, и завтра встречаемся? Да, домой завтра. Ты вообще, в принципе, доволен тем, что ты сегодня снял? Я сегодня просто откайфовал весь день, я тебе отвечаю. Сегодня просто прям, ну, лучшее завершение года, можно так сказать. Вот это вот, чисто вот этот видосик сделал мой год, если честно. Этот видос сделал твой год? Этот видос сделал мой год. Ребят, какие слова могут быть лучше для завершения этого дня? Вызываем такси, отправляем Бодю домой, отправляем свои тела с Дучи тоже домой. И завтра мы встречаемся на том же месте, в котором мы встретились сегодня утром. И считаем просмотры, и делаем окончательное решение. По тебе, в принципе, да. Let's go. Ну, ребяточки, уху! Новый день, продолжение этого ролика на часах. 10:51, ребят, и это мой день рождения сегодня. Боди уже стоит, он ждет. Ребят, ну, так сказать, день рождения, и почему-то, походу, сегодня я буду дарить подарки, как бы они мне, да. Бодя, бро, привет, братан, как дела? Отлично. Бодь, ну слушай, ребят, знаете, в чем главная фишечка? То, что я, пацаны, честно вам скажу, честно, парни, скажу, я не чекал ТикТок. Я вчера засыпал, я не чекал. А я чекал. И вчера весь вечер тоже я не чекал. То есть я видел, когда мы последний раз снимали, там монтировали, то есть я вот тогда последний раз, в принципе, видел. Все, после этого я вообще, то есть, не чекал ничего. Поэтому я знаю, что там где-то около 1,000,000. Но точно ли это 1,000,000? Бро, ну что, считаем? Да. Считаем прямо сейчас. Да. Так, давай с первого видоса. Поехали, поехали. 515,2. 208,3. 312,2. Пацаны, ну что, у нас уже есть 1,000,000. Что? 64,2. Ребят, 3 видео уже почти 1,000,000 набрался. Друзья!
1 718 000 просмотров парня, который абсолютно не занимается блогингом, который я, футбольный блогер, ребят, аккаунт 1 300 000, отдал обычному парню свой аккаунт на 24 часа. У него было 12 часов на съемку, просмотры крутились 24 часа. Бро, ну я не вижу радости, чувак, блин, 5000 гривен сумма. Ну 1 700 000, я даже не ожидал, что 1 700 000 будет. Я думал, ну 1 200 000 так максимум. Ты вчера говорил, вроде 1.5 миллиона, ты вчера говорил. Не, ну смотри, у меня друг считал, там уже было 1.5, он мне ночью пишет, говорит, там уже 1.5 миллиона набралось, ты что, травишь, типа. Я не смотрел, сейчас вот я честно, я сейчас был максимально, видели реакцию в шоке, когда он ввел 3 видоса в калькуляторе, уже 1 035 000. Поэтому боди респект. И мы прямо сейчас идем в ТРЦ Никольский, выбираем. Не выбираю, точнее, а он выбирает себе подарок на сумму до 5000 гривен в любом магазине. Бодь, ну что, мы сейчас поднимаемся. Ну какой магазин? Мегаспорт, наверное, пойдем. Мегаспорт. На каком он этаже? На каком этаже? Помню. Говорит, начнем с него, говорит. Говорит, начнем с него, слышим. Мегаспорт, на каком этаже? Четвертом вроде. Четвертый этаж, Мегаспорт. Это первый магазин, Бодь. Yeah, 20 racks in my backpack. Rocked to his top, motherfucker, like a snapback. Flashback. Или эти все, эти понравились, и все, да? Эти понравились, прям вообще. Все, ребят, эти, цена 2 300 000. 2 300 000, эти берем, да? Держи. Так, 2 300 000 кроссовочки, бро. Берем вот такие, что бро, ну как скажешь. Носочки плюс, да, носочки плюс. 2 500 минус. Половиночка, есть. Всем, так, дальше идем. Это еще не конец, ребятушки. Минус 500. До свидания. Хорошего дня вам тоже. Научите ко мне, чуваки, научите ко мне. Туда идем в прокарт, покупать духи. Бро, ну я думаю, что нужно вот эти брать, покажи. Пацаны, то, что духи в форме бокала с под вина. Вот это вкусно. Да, типа пить их, да? Нормально. Вот, ну что, довольны? Да. Я думаю, моей маме понравится. Маме купила. Маме. Супер. Клод. Вложен, ребят, минус 1 300 000. Остается сколько? 1 200 000. 1 200 000 гривен, ребят. И что нам на эту сумку мы потратим, да? Ну, наверное, пойдем искать наушники. Я думаю, они... Все-таки наушники. Да, все-таки наушники. Которые стоят 800 гривен, как раз-таки наушники. Хорошо, ищем наушники, ребят. Ищем наушники. Он решил это. Поехали. Давайте. Все, вроде, иди. Доволен? Спасибо. Наушнички. Я не так, чувак, еще 400 гривен, подожди. Еще 400. Так, ребят, Бодь, что мы берем? Наверное, мы попробуем взять футболку папе. Пацаны, просто вдумайтесь. У него было 5000 гривен, он купил маме духи за 1400, за 1300, да? И сейчас выбираем бате футболку. И себе он только купил наушники и купил кросс. Ну и носки, да? Поэтому он разделил полностью. То есть и на себя, и на семью, ребят. За это подписка на Бодь на Инстаграм 100%. Летим в магазин выбирать футболку бате. Берем вот эту вот. Раз, два, икона, икона. И дочь показываем, какую еще берем. Ты батя берешь? Бодь, бро, ну что у тебя по стильку вообще, братанчик? Нью-Йорки, футболочки, Мегаспорт, кроссовочки. Так, подытожим, что мы купили на сумму 5000 гривен. Давай, ты озвучиваешь. Мы купили две футболки в Нью-Йоркере. Кому? Одну тебе, одну папе? Одну мне, одну папе. Дальше? Потом купили кроссовочки и носочки. Кроссовочки 2 500, 2 300, носочки по скидке 200. Да. И финалочка это AirPods за 800 гривен. Чувак, ты доволен? Доволен, прям еще носи 100. Спасибо большое. Бро. Можно тебя обнять, пожалуйста? А маме духи, пацаны, точно маме, конечно же, прокарт. Прокарт 1 300 000. Ребят, попрошу вас заметить то, что вот реально Бодя позаботился не только о себе. Он сразу же подумал о маме, о папе, купил также им. И, Бодь, ну блин, 24 часа со мной, это были необычные 24 часа. Конечно, это был, знаешь, реальный эксперимент. Расскажи, как твои эмоции. Ну, ты знаешь, это прям, ну, кайф, честно. Это самый лучший день моей жизни был. Вот прям именно вот вчера. Мы прям отсняли тиктоки. Вот если мне пацаны, сними пацанов. Вот если не пацаны, обними их, брат, обнимай. Вот если мне пацаны, понимаешь? Ребят, если мне пацаны, я бы не набрал столько просмотров, понимаешь? Они мне немного помогали с монтажом, понимаешь? Я этого не умел делать, но АСМР нормально залетел. То есть ты уже скажешь, что если бы не пацаны, реально? Если бы не пацаны, у меня... Ничего бы не было сегодня. Ничего бы не было. И знаешь, я еще хотел сделать один тебе подарок, хотя сегодня день рождения. Знаешь, как бы ты пригласил меня на канал, как бы без подарка тебя ставить нельзя. Мы вчера снимали на футбольном поле, да? Так бы я хотел тебя подарить. Да не гони! Да не... Хотел подарить свои бутсы. Скорее всего... Хотел ты мне бутсы дашь? Хотел тебе подарить вот эти вот бутсы. Отказываться не надо, это у тебя день рождения. Пацаны, а что это за... Парни, ну... Бро, бля, спасибо большое. Офигенно, чувак, просто лучший. Пацаны, Бодя!
Это, я не могу даже писать словами, ребят, что это сейчас за эмоции, потому что вы сами видите выпуск, ребят, и эти бутсы, бро, спасибо большое, но я Вадика, брат, я Вадика, мы бегаем вообще категорически, чуваки. Чуваки, мы эти бутсы разыграем в Инстаграме, совсем скоро в своем посте в Инсте, чекайте мой Инсту в описании Инста, бегите туда, и эти бутсы будут разыграны с моим автографом. Если хотите, с автографом Боди тоже, с автографом Вани, Дучи тоже, поэтому, чуваки, Адики, размер, 43-й размер, одному из отправиться, потому что, и это, бутсы Боди, чуваки, я в Адиках не бегаю, Бодя, ребят, просто топ, чувак, вообще супер, ну, я хочу сказать, что этот выпуск, этот видос, пацаны, ну, минимум 10. Минимум! Это абсолютно это планка, которая минимальная, ребят. 12 часов съемки плюс съемка сегодня в общей сумме съемки. Сколько часов? Ну, где-то около 14 часов съемки, стараний, продумывания контента. Парни, все ради того, чтобы вы с кайфом, с чайком, с печеньем посмотрели и чтобы сделать одного человека счастливее сегодня. Это был Бодя. Чуваки, с вами был Муха. 10 тысяч лайков на этом видосе. Ваня Галиадор, Дуча, Бодя. И дальше будет еще больше. Всем пока! Блин, Макс, вот только приехал домой, и я все еще не понимаю, вот что произошло вчера и сегодня. Вот эти полтора дня, это просто самые счастливые полтора дня в моей жизни. Я научился всему просто, вот очень много информации получил полезной. Я откайфовал просто, мне настолько все понравилось. Особенно как вы ко мне относились, вот пацаны особенно, да, они подсказывали, помогали с монтажом мне. Вот если честно, это просто кайф. Вот, ну, они молодцы в этом деле. Ты тоже молодец, вот ты снимаешь такой контент, который как бы всем нравится, понимаешь? Я думаю, мой видос наберет очень много лайков и очень много просмотров. Спасибо тебе большое, Макс.